Всем привет, вы на канале Булис Ю. Мы продолжаем проходить вторую часть Assassin's Creed. И в этой серии мы приступаем к заказам на убийство. Я даже сорву. Я не знаю, сколько они продлятся, у нас эти заказы уже обновлялись, раза три, наверное. Соответственно, есть у меня ощущение, что это достаточно будет долгое занятие. Но ничего. У нас еще куча времени, думаю, впереди. Ну что, голубь принес? Рассказывай. Беспощадность. А нашу союзницу преследует один торговец из семьи Садрини. Устрани его, но тихо, я не хочу напугать ее. Лоренц. Могу всех устранить, если надо. Сейчас же, слезай! Тебя не уйди! Да правда. Да правда. Вообще пофиг. Я от тебя просто убегу. Я вот ни с кем за вас драться не хочу. Вот и все. Залезешь здесь? Да. Ну и все. Убежали. Погнали искать человека. Что за глупость? Просто вояки. Куда бежишь, петух? Стой! Нет. Пофиг мне. А, ближайшие. Видимо, здесь. Ой. Вот сюда. Мисс Рикордия, это убийца, бегите! Стража! Я не хочу с вами драться. Всё. Я просто плаваю, чем я, а ты нет. Потому что ты тупой. Или сыкливый. Ну я не знаю, как так вышел, что ты не умеешь, но... Как бы... Смысл-то все тот же. Так. И погнали дальше опять. Брать новое задание. Я так понимаю, эти задания все сейчас будут в этом районе. Потому что мы даже ведь первый набор не прошли. Я вот не знаю только по сколько штук они должны быть. То есть там штучки по 3, наверное. По 4. Видимо, за одно обновление должно быть. Но это не точно. Мы прошли пока что только одно. Офигеть. Я думаю, сейчас нафиг убьюсь уже. У меня 4 нераскрытых убийства и 2 ограбления. Ага, и все это сделал ты, я тебя понял. Меня повысь. Как это ловко у тебя получается. 4 убийства и 2 ограбления, все это ты. Где? Че в голубятни? Удар из-под тишка. Дож решил отправить во Флоренцию своих верных людей, чтобы они подстрекали народ к бунту. Скоро они должны встретиться с Дожем. Убей их, прежде чем они прибудут навстречу. Но не привлекая внимания к себе, Лоренцо. Твою. Кто ближайший? А, ну понял. Здесь, в принципе, насрать. Они все в одном месте примерно. Здесь быстрее уже будет доплыть. Все про все 3 минуты. Маловато. Хотя, может, и нормально. В принципе, вот у нас первая зона-то уже тут. Главное, короче, не привлекать типа внимания. Не вижу.
А, не понял. А где человек? Непонятно. А, вот вижу. Еще перо вижу. А, вот я сейчас нажимал вправо, чтобы вы понимали. Да иди в жопу. Тихо. Вот я повернул камеру, взялся как бы за кнопочки. Ты дебил? Ну господи, я не знаю, понимаете? Вот ты заходишь в игру, вот вроде бы, да, что-то там можно перетерпеть, там то, что здесь, ну, бесконечный грин, там еще что-то. Но то, что, короче, здесь просто кривое управление в плане паркура, такое кривое, что можно просто обалдеть. Это бесит, вот я не знаю, больше всего, наверное. Второй. У меня осталось 33 секунды. 30. Неужели моя песня так ужасна? Облагаются новым налогом на содержание арсенала. Ну я, короче, не успел. И что там наверху? А, листовка. Ну смотрите, во-первых, я за пером след специально. Хорошо. То есть это вот минус время мое. А во-вторых, он кривой. Но я все равно уже тут не добежал. Попытка номер два. Да, давай еще попадаем. Действительно, что делать там больше нефиг. Стоп. Ты серьезно? А, да нас, в принципе, пофигу. Иди к черту, даун. В прошлый раз он где-то здесь ходил. Я вот, ну, то есть мне кто-нибудь объяснит, как это происходит? Я вот просто не понимаю. То есть здесь происходит какой-то бред. Он вот там ходил. Да? Да. Ну, не только, видимо, там. Да я туда и не иду, мне нахер тоже ваше это место не сдалось, извините, за выражение. Извините за мой французский. Ты петух, нет? Ты, ну, побег за чем-нибудь другим. За собаками там, докопайся до них. Можешь прикинуться панином, я не знаю. Безумцы! Все безумцы! Не трогайте меня! Я ничего не сделал! Не убивай, да нахрен ты мне нужен, серьезно. За тебя не платят. Ладно, здесь без разницы, даже я сейчас туда добегу и найду эти контракты где-нибудь тут, то расстояние будет то же самое. Списки новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение. Вот у меня вопрос. Чем мне нравится?
Я вот просто не понял, я вообще к ним не подошел по итогу. Так, у нас два заказа. Здесь пока не будем, это бессмысленно. Что-то у меня хпшек мало осталось, но... Мне, как говорится, пофиг. Показал, что какой-то звук странный был. Перо, что ли, рядом где-то было. И раз. Так. Благородный вор, один из моих агентов в преступном мире прознал о заговоре по уничтожению банка Медичи в Венеции. Повидаясь с моим осведомителем, ловким вором, проследую за ним к дому цели, которую нужно устранить. Окей. Проваливай! И чтоб я тебя больше не... Тебе нечего здесь делать? Да мне, да. Ты, ну это самое, фигня, отнимайся. Сейчас, по-моему, ударился о палку и умер. Я бы здесь просто, знаете, от восторга, я не знаю, орал бы просто. Тихо, слезь. Вот это мужчина. Да слезь, господи, нажимаешь в другую сторону. Чё ты тупишь-то так сильно, а? Отвык я от ассасина. От того, что он кривой частенько. Там, по-моему, что-то блестело. Оказалось, показалось. Он там, за ним. Зачем? Ну ты говоришь за ним. А, у меня хпшки полные. А за что подняли? Ну ладно. Я типа КН задание вышел. Так. Такого у нас еще не было. Тупых воров пока тоже не было. Врачу! Он там, вперед! Дальше куда? Ты мастер бесконтактного боя, я так погляжу. Ты всех солдат решил здесь собрать? То сейчас мы с этим подеремся, да? Вот он! Взять его! Это занятие мне по душе. Ну вот нормально вообще. Ладно. В смысле он погиб? Я ж всех... Как он погиб? Господи, этот дурак вот раз сам что ли упал сверху? Вот вы просто понимаете, это ну... О, опять до него бежать, ты серьезно? Содержание арсенала об условиях освобождения. А можно он сам ко мне придет? Нет, давайте даже проще. Он мне пускай отправит, короче, сообщение, куда надо прийти. Ну вот, по итогу, то есть делать нашу цель. Я туда приду, так будет быстрее. Ну это бредятина. Ну. Вы понимаете, он упал с крыши. Он сначала чувака скинул с крыши, потом сам с ней упал и умер. То есть это нормально, по-вашему? То есть, говорит, союзник умер, вы, говорит, его не спасли. На кой хрен мы бежали по крышам? То есть, ну, смысловая нагрузка, бег по крышам там какая была?
Да пофиг. Давайте ставки, что он опять где-нибудь разобьется. А, смотрите, в этот раз только один раз протупил. А еще он сигает как-то задом. Эккола! Там! Там! Ради бога, не подходи близко к краю. Вот ну, ты как обычно сейчас умрешь где-нибудь это. Ты вор? От слова мудак. Ты просто... Блин, он так поворачивается, стрём. Ну иди быстрее. Куда? О, какие движения? Да охренеть просто здесь. Эй, эй, слезай, немедленно! Чёрт! А ну хоть бы она! Чувак, вот ты, пожалуйста, просто... Офигеть. Просто не умри. Ты понимаешь, что мы сейчас кругом пошли? Ты куда бежишь, олень? О, боже, вы понимаете, что мы делаем? Вот мы сейчас прошли кругом. Да, то есть мы вернемся опять туда же. Он отбитый. Тебя здесь не место. Уходи! Я вот, ну... Вот она, самая сложная миссия, короче, в этой игре. То есть, вот вы понимаете, этот конченый опять разбился. Ну, мы лезем опять на крышу. Да, то есть, он, ну, вот, ну, он отбитый. Мы сначала кругом сейчас побегали. Да, он пробежал круг по крыше. Говорит, все нормально. Я, говорит, помню, как бегать по крышам и разбивается. У меня... Самый, наверное, запоминающийся ремиссия будет с этим идиотом конченым, потому что он каждый раз умирает. Он бежит и умирает. Ему не нужен солдат, он сам падает. Нет, можно, конечно, сказать, что типа, в него же стрельнул солдат. Да! Но если бы он... Ты тупой, спрыгни, пожалуйста. Ты тупой, спрыгни, пожалуйста. Вот. Мы заслуживаем уважения, идиот. Что с ним такое? Да... Какое уважение? Ты идешь, нет? Я без комментариев. Он тупой, вот умом тронулся, вот этого видел ДЦП. Он там, вперед! Только не упади, ради бога. Он опять чуть не разбился, господи. Пожалуйста, не падай. Просто не падай. Ты можешь, знаешь, вот нарисуй мне карту, пожалуйста. Не надо со мной идти, не надо. Ты бегать не умеешь. Ты понимаешь, мы сейчас умрем. Ну, то есть он сейчас опять сдохнет. А что я могу сделать, если он просто убегать не умеет? Мне его убить хочется. Я сочувствую твоим врагам. Я сочувствую себе, потому что со мной вот этот осел. Кого я здесь убил? Вот он! Взять его! Ты сам не в мою смену! Это будет быстро! Быстрые ножки! Мы отрежем в первый... Опять кругом пойдешь бегать? Ты здесь делаешь? Кого-то нужно проучить. Подходите, люди. У меня десятки новых произведений талантливых художников. Сейчас они безвестны, но скоро прославятся. Торопитесь, пока все не раскупили. Как-то залезть теперь. Прочь, глаз мои! Не знаю. Да. Все равно в
теперь в моей мастерской работают еще два исключительно талантливых художника. Господи, это не он упал, ну слава богу, а. Куда ты бежишь, олененок? Он даже смог сам кого-то убить. Ты вы прикиньте. Ладно, фиг с ним убить. Убить и не сдохнуть самому. Он здесь! Он там, вперед! Помолись последний раз! Да я чего? Мне вообще пофиг. Куда дальше? Ну давай быстрей. Ты что такой тугодум-то, я не пойму. А, мы вообще сейчас все у стражи соберем, да? Куда он подевался? Кто? Там, там! Это все? То есть его просто. Вообще пофиг. Вообще по барабану просто не задать. И вот понимаете, какое расстояние на самом деле от контракта до этого места? Мы пробежались кругом для того, чтобы что? Типа кайф? Я не словил кайф. Это отстойно было. Так, три есть. 13,5 тысяч пришел сундук. Ну что, там еще она приходит. Сколько у нас там еще? У нас там 40 с чем-то может храниться, да, все-таки? Для изготовления фейерверка. Полный текст. 50 с чем-то. Ну, суть в том, что еще три раза, короче, пора. А, 56, да. Или 53, что-то такое. Уже не помню. Так. Не повод для смеха. Сообщники архиепископа Сальвиати пытаются уйти от правосудия. Они воспользовались карнавалом, чтобы переодеться арлекинами. Найди их и уничтожь. Слезай, немедленно! Сейчас же, слезай! То есть так-то далековато. Кстати, надо следить, вот ценник-то изменился. Павел, мне тоже третья, надо придумать, как оставаться в форме. Ага, они, судя по всему, по 3 на обновление. Потому что, по-моему, до этого ценник был 2,5, и вот эти уже, это тройка была. То есть, сейчас еще 2 по 3 должно быть. Почему я упал? Новых штрафов, вывешены на всеобщее обозрение зданий городского совета. Я сразу, короче, клинки опять достаю. Во-первых, потому что так быстрее. Убью всех! Вот он! Куда? Черт! Вперед! Экколо! Бей его! Ну, иди куда-нибудь лес. Там он, видишь, Арлекина, Арлекина, Арлекина. Ну какая же. Или буду стрелять. Что ты тут делаешь? Куда, видимо? Здесь делаешь. Я с тобой, парень. Я не вижу. Вот он, за ним. Куда? Ты, петух. Так бы на него и смотрел. Экколо! Бей его! Убей, убей, далеко он не уйдет! Вы вернули нам надежду, друг. Я ничего не сделал! Всем сердцем мы с вами. Я понял. От этих придется обороняться, да? Мы сейчас парочку убьем. Пусть узнает, что их ждет! Вообще надо жаробесик пропустить. Я даже хп у него убиваю. Вот есть вот эта фигня сзади. Меня бесит. Так, одного убил. Ага. Ой, есть трое. Трогай тебе! Клюк, я вообще не причем! Задай
А вот теперь придется поснимать. Безумцы, сумасшедшие! Объявление. Если по пути встретим, еще с ним. Ну потому что это уже лишнее. Это без меня! Безумцы, сумасшедшие! Так, еще одно с ним. Куда это ты забрался? Да я вообще... Куда? Людей убиваю. В смысле он убегает? Да в смысле? Пожалуйста, слезь, господи, да какой ты тупой-то! Я нажимаю в бок, он один фиг бежит вперед, короче, ему вот, он как трамвай, ему посрать. Ну что ты хочешь? Мне, говорит, все равно. Он меня там заметил, при том, что я ему ничего еще не сделал. Я вообще не понимаю, как это происходит. Где это петушье? То есть мне надо вот с этого начать. А, у меня же пистолет есть. Я что-то этот... Вот тут я тупанул, кстати. У меня же есть пистолет. То бишь я его... Ой, господи. Ты что? Пинул меня. Разве это не опасно? Нет. Это безопаснее, чем здесь жить. Самое главное, вот этот петушок, во второй, который был, он сначала просто так побегал там между них, что-то подумал, потом решил бежать. И то есть я-то думал, то есть у них охрана сначала сплошится, еще что-нибудь. Нет. Охране пофиг. И у нас сейчас эти задания, кстати, уже привязаны к карнавалу, получается. То есть это предыдущее. Трогайте меня! Клянусь, я вообще ни при чем! Плачу! Вот там! Взять! Остановите его, рогатки! Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Не трогайте меня! Безумие! Тут и палацы! Мне пора возвращаться домой! Ой, идите нафиг! Серьезно? Все теперь попадайте! Пожалуйста, встань! Пожалуйста, встань и прыгни нормально! Ой, это капец, он, знаете, он так тупит, это просто, ну, я не знаю, только в путь. Говнюков я не буду. Он не уйдет! Ни при чем! Пустите! Туда, того! Ой, господи, какой осел, а! Ладно, с этим подеремся. Окружайте его! Закончим это по-быстрому! Одного убили. Нам хотя бы человек 5 убить. Один сзади! Не дай ему опомниться! Трое. Измотайте его! Пациенты, рогатцы! Здоровенького залупцевать. Вспомнишь, как мы зарубили того швейцара? Блин, я столько пропускаю, потому что я хочу вот этого жирного убить, короче. Окружайте его! Закончим это по-быстрому! Да иди в задницу. Умри! Бей его! Помните, чему он... Вы еще сдаться не хотите? Так, нафиг ныряем, короче.
Я его упустил. И поплыли. Это просто невозможно. Там вдруг откуда-то, фиг пойми, откуда набежала толпа дегенератов. То есть... А мы плыть-то будем? Я, то есть, я кнопку как бы вперед держу. Но он как бы решил постоять. Ну, точнее, на месте поплавать. Короче, пистолет здесь не в тему. Этот петух меня с такого расстояния палит, что там не то, что стрелять, там встать-то негде. Вот здесь, вот вопрос, здесь ну, то есть, он под крышей стоит или нет? Если нет, то все нормально. Если под крышей, то, короче, как обычно. У меня есть пистолет. Вот, ну, как бы бред, да? То есть как мне отменить выстрел? Состоит из гранатового сока. Мадре Санта! Пожалуйста, просто оставьте меня! Не, я с вами драться не хочу. Я лучше нырну куда-нибудь. Ваше дело правое. Ну, то есть, вообще задолбал. Так. А ближайшее сюда. Сок за это заплатил? Тоже 3. Продолжаем дальше. Ходи, не стесняйся, я всего лишь лекарь. Так, это я уберу. Может, я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Он ступает, словно лев, верно? Я не знаю, зачем сейчас я сюда залез. Потому что я, скорее всего, отсюда никуда даже ненормально не перепрыгну. Ну, мы, короче говоря, сейчас еще одно убийство выполним. И на этом серию будем завершать. Пожалуйста, слезь нормально. Спасибо. Пожалуйста. Господи. Он такой конченый. Вот знаете, просто бывают конченые люди, бывают конченые игры, бывает конченый Эцио. Должно быть, он так ходит из-за Йококосана. Я вот думаю, что Эцио просто, ну, кривой. Он любит купаться, любит умирать, я не знаю, что он еще любит, ну... Ну, я не буду как бы говорить матерными словами, что он еще любит, но он это явно любит. Что в этот раз? Гроза вечеринка. Один из кузенов Франческо Пацци устраивает вечеринку. Узнай, где она состоится, проследив за кем-нибудь из приглашенных, затем убей хозяина дома. Я уверен, что никто из гостей о нем не пожалеет. И далеко бежать-то? Ну ладно. Как это ловко. Ну я рад. А может хорошую камеру просто так сам поднимать? Так я его вижу. Так, ну и куда ты пойдешь? Ты это она? Она это ты? Слезай, или я тебя сброшу! Ладно, аккуратненько спустились, идемся. Магде! Атенсион! Я не увидел, вы что можете ты идешь. Кого-нибудь задеть! И это все из-за тебя, идиот! Да и это... угроза для общества! Я тебя сейчас убью, и ты, короче, жалеешь. Да, это же тоже такое-то... Он тут ходит, он
Вот этот славный герой, спаситель наших улиц. Он раскидает грязь и порог, словно стаю ощипанных куриц. Вот, ну, как вот его назвать петухом, а? Не успеем? Вроде да. Добрые люди, покупайте, у меня оружие лучшего качества. Чуть хп потерял, зато сразу перо поднял. Ну потому что вдруг вот реально вас наберется на канале, и я еще буду эти перья собирать. Ладно, еще миллион флорин. Флорин ведь у нас. Я так сейчас понимаю, просто у нас к концу игры 1300 и так будет. Ну и все. Ну ты серьезно, то есть залезть не можешь? Пожалуйста, вот почему нельзя было залезть там? Пожалуйста, ну давай быстрее, господи, он такой тупой иногда. Что ты здесь делаешь? Тебе здесь не место. А ты в курсе, что я уже убил хозяин, да? Ну, в общем, ладно. То есть на этом серии мы будем сейчас завершать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Я всем обязательно отвечу. Показывайте это видео своим друзьям. А мы опять дальше продолжим проходить эту игру. Всем спасибо. Всем пока.